Я футбол. Вы первый раз, да? Нет, по-моему, мы тоже проходили. Почему решили? Ну, я считаю, это нормальная акция. Где так? Какая у вас кровь? Какая кровь? Честно, даже не знаю. Это плакать надо смотреть. Сейчас вы проходите на обследование, да? Где? Если честно, я не помню. Как это проходило. Ну да, какие-то обследования были, а потом сдавали кровь. Насколько считается важным, что вы сдаете кровь, и это пойдет вот для лечения детей? Я надеюсь, что, во-первых, больше будет спортсменов приходить и помогать деткам. Именно для этого хочется, своим примером хочется показать, что нужно так делать, чтобы детки выздоравливали. А сколько вообще ваших друзей тоже отдыхают? Сейчас все в отпуске, все отдыхаются по городам, по своим разъехались, поэтому я с командой буду вроде один.